Ну и в завершении выпуска. До Нового года остается чуть менее недели. Уже скоро куранты возвестят о начале праздника. Принято считать, что в новогоднюю ночь свершаются настоящие чудеса. А к ним, безусловно, нужно готовиться. Как встречать Новый год 2018 и какими должны стать праздничные атрибуты, попыталась узнать Анна Качанова. Товарищи! Есть установка весело встретить Новый год. Вместе с этой неделей завершится и старый год, уступив место в календаре новому, 2018. Поэтому стоит подумать, куда отправиться встречать праздник. Выбирая место, следует помнить, что символ года – собака – предпочитает большие, шумные и веселые компании. В застолье важную роль играет и правильно подобранный наряд. От этого зависит не только успех праздничной вечеринки, но и весь будущий год, уверены астрологи. Так как собака в этом году желтая, соответственно, и праздничный наряд должен сочетать в себе оттенки именно этого цвета. Внимание, товарищи, друзья! Скучать на нашем вечере нельзя! Поверьте, тот не сделает ошибки, кто нынче будет веселее всех! Да здравствует веселые улыбки, да здравствует задорный звонкий смех! Восточный календарь гласит, наступает время желтой земляной собаки, в связи с чем при разработке традиционного меню обязательно следует учитывать личные вкусы повелительницы года. А значит, мясо и приготовленные из него блюда станут самым лучшим вариантом. Отметим, что хозяйка года не любит рыбу. Не придется ей по вкусу привычная для нас селедка под шубой. Салаты с икрой, семгой и другой рыбой стоит отложить до лучших времен, рекомендуют астрологи. Также не лучший вариант баловать себя суши и роллами. Ах, какая гадость, это ваша земная рыба. Принимая во внимание советы астрологов, попробуем найти альтернативу знаменитой селедке под шубой и поинтересуемся у кунгуряков, чем они готовы порадовать себя и своих близких в новогоднюю ночь. Как обычно, салаты, там курицу зажарю, ну и что-нибудь еще такое чуньки. Новое, необычное, посмотрю. Может быть, курицу пожарим в печке, ну, салат сделаем, ну, там, ну, шампанское вино. Ну что, как обычно, оливье, селедку под шубой сделать. Курицу жареную. Все по старинным нашим рецептам. Салатики, бутербродики, горшочки с мяском. Ну и хорошего настроения, каждый горшочек капнул. Всем приятного Нового года. Многие кунгуряки верны традиционным блюдам. Несмотря на то, что на дворе 21 век, они не изменяют советским традициям. Знаменитый оливье до сих пор актуален. Ну и не забывайте про главный запах Нового года. Это мандарины. С наступающим вас!